Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Мы привыкли к тому, что за отчетную неделю состоялось большое количество матчей, которые мы обсуждаем в нашей программе. Ну, так получилось, что были матчи к Евро-2016, и единственная, наверное, тема, о которой мы уже можем поговорить как состоявшийся факт, это чемпионат России, 16-й тур. Но впереди уже на этой неделе нас ждут матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы. В ближайшие выходные состоится 17-й тур, предпоследний тур уже в этом году. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Воронин и Владимиром Поповым. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Ну и раз уж мы не объявили такую общенародную тему нашей сегодняшней программы, я хотел бы сразу обратиться к вам и узнать у вас, ну и в том числе у наших телезрителей, на ваш взгляд, какое главное событие в футбольном мире произошло за прошедшую неделю. Сергей, как всегда, ты отвечаешь у нас первым. На твой взгляд, какое самое главное событие в футболе произошло за эту неделю, которое сегодня, может быть, нам стоит обратить внимание? Победа Спартака. Не знаю. Ну, для меня... Для меня тур прошел, я смотрел тур. Для меня Реал Барселона. Да, классика. Ну, классика, посмотрели, да. Как-то ты, Сергей, растерялся, прямо я не знаю, ну, как будто ты... Ну, я не знаю, может, было у тебя событие, которое... Ты все рассказал уже, что было на этой неделе. Что мы хотим обсудить, то и было. Понятно. Для Кирилла... Да, конечно, это Реал Барселона. Да, все там, потом даже появилась частушка, не надо Барселона, не надо Реала. ЦСКА обязательно обыграет Самара. Это замечательно, это замечательно. Евгений, давай, отвечай уже для тебя, какое главное событие было на этой неделе прошедшей? Ну точно не наш матч, да, с крыльями советов, да, потому что я сразу приехал сразу после стадиона и посмотрел настоящий футбол. Тем более я переживаю за Барселону. Понятно. Владимир, тебе вопрос тот же самый. Победа Спартака однозначно. Ну, я, честно говоря, тоже планировал именно так ответить. Почему? Потому что «Спартак» последние 4 игры 3 проиграл, а «Краснодар» последние 4 игры 3 выиграл. И вот тут сложилась такая ситуация, что «Спартак» побеждает, но хотя и там тоже есть свои подводные камни в этом состоянии. На самом деле, да, я пошутил, но в каждой шутке доля шутки. Просто своя рубашка ближе к телу, и если говорить о чемпионате России, то вот победа «Спартака», мне кажется, наиболее значимое событие чемпионата России. Ну, да, понятно, что лидер потерял очки, сейчас речь про ЦСКА, но, насколько мне известно и по моей информации, ходили слухи, и что Оленичеву поставили своего рода ультиматум, что он обязан выиграть три матча, 9 очков в трех матчах. Поэтому я переживаю за Дмитрия, потому что мне он очень нравился, когда я был ребенком, как футболист. Вот, и поэтому, естественно, он очень интеллигентный, и я считаю перспективный тренер. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил свою работу в «Спартаке». Поэтому, да, я очень рад, что «Спартак» победил «Краснодар». Да, это я без всякой иронии сейчас говорю. Не, действительно, продолжил работу в «Спартаке», как и продолжается традиция, которая уже становится популярной в нашей программе. Как только «Локомотив» проигрывает, представитель «Локомотива» куда-то неизвестно пропадает. Как только «Локомотив» побеждает, то он тут же, как говорится, впереди на лихом коне. Ну что ж, друзья мои, давайте посмотрим, как прошли матчи, каковы были результаты 16-го тура чемпионата России. «Амкар» — «Рубин». «Рубин» наконец-то выправляет ситуацию и начинает побеждать команды, которые он, наверное, обязан побеждать. ЦСКА, «Крылья Советов». Вот тут я не скажу, что бомба. Конечно, чуть позже мы еще обсудим итоги этого матча, но, на мой взгляд, пока все к этому и идет и шло. «Зенит» — «Урал» абсолютно спокойно, без суеты, обыграл действующий чемпион «Урал», хотя, в общем-то, они тоже показывали неплохую игру в последнее время. «Локомотив» — «Анжи», мы немножко затронули уже эту тему. «Анжи» — команда, которая находится на 16-м последнем месте, проиграли «Локомотиву», который до этого находился в тройке шел. Да? «Мордовия» — «Динамо». Ну, тут, в общем-то, все понятно. «Динамо», к сожалению, не может по составу
составу конкурировать, ну, так назовем, с грандами, да, которые всегда претендуют на что-то, ну, конечно, большее. Кубань-Терек. Кубань вела после первого тайма 2-0, но пропустила два мяча, учитывая, что Терек играл в меньшинстве в этой игре. Спартак-Краснодар, вне всяких сомнений, центральный матч тура, где Спартак одержал чуть ли не, по-моему, вторую всего лишь за последние там 10 лет волевую победу, над, уступая по ходу встречи в счете. Ну и Ростов-Уфа, сейчас этот матч идет в прямом эфире со счетом 1-0. 1-1. Ростов, Ростов 1-1 уже, 1-1, да? 1-1, да? Ага, ну вот видите, поступила информация, уже 1-1, Ростов-Уфа, а Ростов может приблизиться к ЦСКА. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Да, можно к нам вот сюда вывести звоночек, да. К сожалению, техническая неполадка. Если возможно, либо перезвонить, либо режиссеру эфира мне, да, подсказать, что мы готовы выпустить звонок в эфир. Ну что ж, давайте обсудим матч, который у нас... Лидер нашего нынешнего сезона ЦСКА принимал на своем поле крылья Советов. И посмотрим, каков у нас был результат. 0-2. Действительно, по мнению букмекеров, которые, да, ставили на этот матч, ЦСКА с огромным должен был преимуществом побеждать крылья Советов. Но, как говорится, что получилось, то получилось. Жень, отвечай за свою команду. Я нисколько не удивился итогу этого матча. А почему матча? Ты не удивился? Вот. Нисколько подожди, не удивился. Давай теперь тебя спрошу. Почему ты не удивился? Первое. Да. Мы все говорили о том, что... Будешь ведущим, спросишь. Отвечай нет, за команду. Нет, да. Нет. Первое. Мы говорили о том, что когда наступит спад. У «Зенита» да. был. У «Краснодара» было это в начале. Мы все ждали. Ты хочешь сказать, что сейчас... ЦСКА проиграл три матча подряд. Хорошо. Какой спад сейчас у ЦСКА? Вот по твоему мнению. Какой сейчас спад? Игровой. Ничего подобного. Какой спад? Рассказывай. Ничего мне подобного, кажется, более... это разговор нет, для... Мне кажется, все-таки на лавочке бой, больше может быть какой-то психологический. Помнишь, как мы одно время не могли забить пенальти, да? Так. То же самое здесь происходит у нас. Пошли неудачные игры, это вот результат психологии. Мы что, играли хуже крылья Советов? Мы должны были их побеждать. Но две, скажем так, атаки, контратаки крыльев, и действительно вот этот вот их игрок... Не помню, по-моему... Ну, Яхович. Яхович, да. Вот он действительно, его первая, по-моему, была игра за крылья Советов. Действительно, он продемонстрировал, что он классный игрок. Не-не-не, там не первый у них были. Первый, не первый? Да, ну, может быть. Даже бомбардир что-то типа того. Нет, точно не бомбардир. Он, это первый матч его у нас, а и он забил два мяча. Абсолютно. Нет, да, первый да. имеется в виду, я так понимаю, в премьер-лиге. В премьер-лиге, конечно, в премьер-лиге, да. Передачу, он три месяца был травмирован, поэтому у него там вышел только-только. Да, поэтому я говорю, что здесь... Просто передачу, я помнишь, про спад говорил, ЦСКА, Алекс. Ну ты посмотри, нет. Сереж, ну функционально-то мы готовы, нет, мы физически бегаем. Я с тобой согласен. Мы можем перебегать, купили, кого хочешь сейчас. У них было два момента, они реализовали. Вот где-то, знаешь, вот связующего звена вот нет, и вот завершающего удара, который может... То есть, скажем так, нет наконечника, который мог решать просто одним касанием. Зато у нашей программы есть наконечник, а это наш телезритель, который до нас дозвонился. Добрый вечер. Да, спасибо. Да, слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Я в прямом эфире или мы сначала с вами пообщаемся? В абсолютно прямом эфире. Мы уже в прямом. Сергей, общаемся, да. Я просто не вижу по картинке, что меня слушают ваши коллеги, которые ведут эту передачу. Почему? Почему? А не отстает, наверное, интернет-трансляция. Понятно. Хорошо, тогда я вас понял. Сергей, болельщик ЦСКА. Не соглашусь с Евгением по поводу того, что у нас спада нет. К сожалению, осень поздняя любого года при Леониде Викторовиче – это однозначный спад. И никуда от него не деться. Призываю всех поклонников ЦСКА по этому поводу не расстраиваться. Постараемся выйти из этого положения с наименьшими потерями. И, конечно, думаю, что в этом году все-таки очередное чемпионство завоюем. «Спартак», поздравляю с победой над Краснодаром. Поймался я на мысли, что первый раз за долгие годы болел за «Спартак» в матче чемпионата России. Просто Краснодар нам очень много армейцам крови попортил. Поэтому тем приятнее, что Оленичев смог
победить эту команду. Удивило, что не играл Широков. Все-таки мне казалось, что разговор о том, что Широкова выгоняют из команды, это все-таки байки. Но оказывается, судя по всему, это правда. Мы еще затронем эту тему обязательно. Обязательно затронем, еще поговорим. Вот, ну, наверное, я и так много времени занял. Спасибо, что выслушали. Спасибо. Буду ждать вашего. Спасибо за ваше мнение. Да, вот так, Евгений, отвечай, пожалуйста, телезрителю, который с тобой, как и я, не согласен. Ну, я просто знаю Сергея, и мы с ним разговаривали, как раз были на стадионе и разговаривали, Сережа, с тобой по поводу функциональности, чтобы действительно в конце каждого сезона у нас происходит спад. Но не так, чтобы было, если даже и был спад, то этот спад был, ну, не трехматчевый. Я уже сказал, 3 матча подряд ЦСКА проиграл. Правильно. Я тебе скажу больше. А я тебе скажу больше. 4 матча подряд ЦСКА проиграет. Не проиграет. Говорю, 4-й матч мы не проиграем. Вот увидишь, 4-й матч. Не проиграем. Даже могу сейчас поспорить в прямом эфире с тобой. Внимание, у нас в прямом эфире, как только мы услышим нашего телезрителя, давай, послушаем его, без вопросов, а потом и поспорим. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. Жень, а чего спорить-то? Совершенно бездарная игра, бездарных игроков в данном матче конкретном. Просто бездарные. Они, как ты говоришь, перебегали, да, они великолепно бежали до штрафной, а дальше не знали, что делать. Они катались слева направо, справа налево, пока не потеряют. И так каждая атака заканчивалась. И поэтому контратаки и проходили, потому что ЦСКА терял мяч, и пошла контратака. Контратака, но еще бездарно сыграла Кенфеев. 2 защитника догоняют нападающего. Зачем он бросает ворота пустые? Помочь третьим. Непонятно совершенно. Они могли бы помешать. А куда мешать-то? Ну, да, были. Так, не так первый мяч добивался, а второй тоже полностью на совести Кенфеева. Но если бы он вышел хотя бы на метр вперед, я согласен, да, соглашусь. Если бы он вышел хотя бы на метр вперед, невозможно было бы забить бы. Конечно, он и в ближний прикрыл, ну и дальний, угол-то острый был. Надо же было прикрывать и тот, и другой одновременно. Ну давайте согласимся, что все-таки попал. Да. Попал. Ну пробей еще несколько раз так, да и не факт, что забил бы нападающий Крылья Советов, а тут от штанги, притирочек, ну, как говорится, вот прям бильярдный удар получился. Учитывая, что пробежал там полполя. С Манчестер Юнайтедом Газаев сказал, что классная команда не имеет права так играть. Полностью с вами согласен. И, как говорится, вам, как болельщику ЦСКА, как говорится, крепиться, держаться и не унывать. Можно, да, вопрос, Сергей? Женя, а как ты считаешь, вот то, что Слуцкий действительно совмещает сейчас посты, он же бросал команду, да, пока занимался сборной, вот, тренировал Гончаренко, да? Это, может быть, как-то сказалось на команде, может быть... Но он сам сказал, что не сказалось. Ну, он сказал, не сказалось, но я как болельщик. Дело в том, что из игроков, из 11 игроков ЦСКА, которые 4, вышли на поле, да, по-моему, в основной команде, которую тренировал Гончаренко, там было всего 2 человека. Не, ну почему 2 там? Ну кто, на Бабкина только потому, что не было, и Надха, по-моему, не уезжал матч в свою смотрел, сборную. Они играли как товарищески, с Динамо играли. Верно, он восстанавливался. Да, и верно был восстанавливался. Ну восстанавливался, его не пригласили в сборную из-за травмы, поэтому как бы он и атак-то. Он играл, да. Соглашусь вот как раз вот с Юрой Сергеевичем, который говорил, что у нас не было вот именно наконечника атаки. Действительно, не хватало немножко разнообразия, наверное, все-таки свежести мыслей в самом завершении. И я сколько раз говорил, что мы не умеем и до сих пор не научились играть, скажем так... Позиционную атаку? Позиционную атаку. Совершенно верно. Мы играем, когда соперник играет, грубо говоря, нам проще играть с «Зенитом», со «Спартаком» играть, чем с более закрытыми командами. Я тебе скажу больше. Нас поймали на контратаку. Абсолютно нет. ЦСКА в прошлом сезоне не выиграл ни одной встречи ни с «Зенитом», ни с «Динамо», ни со «Спартаком». В этом сезоне и с «Зенитом», и с «Локомотивом» были ничейные результаты. Только «Спартак» обыграли, и то какой-то, не знаю, почему это произошло. А почему, нормально, может быть, произошло, знает наш телезритель, который уже готов нам ответить на вопрос. Добрый вечер. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это снова Татьяна. Да, давайте. Татьяна. Рады вас слушать. Вот да, приятно. Ваша аналитика всегда интересна. Про «Спартак» главное. Вот. Я хотела бы сказать, что этот тур вообще тур аутсайдеров, поэтому чему вы удивляетесь, что «Крылья» выиграли в ЦСКА? В этом туре даже «Челси» выиграл в Англии. Да. Да. Хорошие, да. Так что все нормально у ЦСКА будет. Никто не сомневается. У всех бывают поражения.
Ну, даже у мадридского Реала, у чемпиона. Второе поражение, между прочим, подряд. Да. Мы вообще с Реалом одинаково прямо по поражениям идем. Ну, конечно, я понимаю, всем поклонникам армейской команды хочется сравнивать себя с Галактикос, но посмотрим, как это на самом деле. Посмотрим. Спасибо большое, Татьяна. Да. С Вольфсбургом я, конечно, с большой опаской подхожу. Проиграет ЦСКА. Можете идти в контору и ставить на победу Вольфсбурга. Танюш, да, выиграет ЦСКА. Можешь идти и ставить на ЦСКА. Мы ЦСКА. Мы победим. Все, до свидания. Ну что ж, спасибо за ваш оптимизм. Он приятен, потому что слоган нашей программы – болеем за своих. Ну что ж, о ЦСКА мы поговорили достаточно много. Еще будет время, когда мы будем делать прогнозы на матче Лиги Чемпионов. Неправильно я выскажусь. Даже не можно, а нужно. Мне кажется, что явного спада у ЦСКА нет. Я здесь соглашусь с Евгением. Потому что играли с крыльями, в принципе, так же, как и играли с другими командами. Просто крыльям повезло, был их день. ЦСКА также усилились в нужный момент. В других матчах получалось просто ломать соперника просто через колено. Не было Думбии, вот этого завершающего молота. Поэтому у ЦСКА не вышло. По голам, когда уже пошел навал у ЦСКА, нельзя Сергея Игнашевича сейчас оставлять один в один с таким нападающим. Потому что в силу объективного возраста потерял скорость, просто он не догоняет. Если вы наваливаетесь так, кого-то побыстрее оставляете последним. Не было бы этого гола вот второго. Второго точно. Забил. Да. И так что мне не кажется, что ЦСКА такой уж явно как-то просел. Да, но очень много ЦСКА просто матчей наоборот таких выигрывало, когда пропускал. Ну и как бы немножко хватит. Вот так. Хорошо, соглашусь. Друзья мои, давайте про ЦСКА закончим, потому что есть еще команды, о которых стоит поговорить. Это в том числе и «Динамо», и «Спартак». Ну, а пока «Локомотив». Давайте посмотрим, как сыграл «Локомотив» с последней командой российского чемпионата. Действительно, 0-2. И это после того, как «Локомотив» в прошлом туре обыграл не кого-нибудь, а чемпиона. Санкт-Петербургский «Зенит». Прям буквально несколько мнений, что называется, по этой игре. Володь, скажи, пожалуйста. Ты за «Локомотив» сегодня. Да, ты сегодня отвечаешь за «Локомотив». Костя, привет большой. Что это за качели в игре «Спартака»? Такие же, как у «Спартака»? Ой, «Локомотива». Да. Такие же, как у... Как у «Спартака». Вот именно качели. Могут выиграть, могут проиграть, могут выиграть, могут бездарно отдать. Нет, ну слушай, у них качели, если так уж говорить, да, закачались там последние 3 недели. До этого «Локомотив» показывал и продолжает показывать себя очень квалифицированной, организованной командой. Не зря они все-таки идут на текущий момент на втором, на третьем месте, неважно, но они в лидерах. И вот «Локомотив» явная команда, явное открытие первой части чемпионата, это однозначно. Качели тут могут взяться, я согласен с своими коллегами с НТВ Плюс, которые сказали, что «Локомотиву», правда, из-за того, что у него много игроков, именно африканцев, да, уехало, которые во многом Ниассе и забыл второй нападающий. Я думаю, вы поняли, о ком речь, да, они уезжают. Не о Майконе речь, тоже африканский нападающий. Абин уже ушел. В общем, они оба уехали, они оба сейчас очень важны для «Локомотива», и долгий перелет, и мне кажется, что во многом, да, правда, что «Локомотив» провел сейчас матч после сборных, проиграл, и до этого предыдущее поражение тоже было против сборной. И мне кажется, что все-таки «Локомотив» настоящий, это «Локомотив», который был с ЦСКА, который был с «Зенитом», который был со «Спартаком», вот это тот «Локомотив», который вот на текущий момент настоящий. Но при этом я бы не испытывал эйфории. Я верю в «Локомотив», честно скажу. Но я все-таки жду, что произойдет после зимней паузы. Потому что только зимняя пауза, только первый полноценный сбор, кто бы что ни говорил, первый полноценный сбор будет зимой. Именно зимой закладывается физика. Несмотря на то, что это середина сезона, физика закладывается зимой на целый год. И мы посмотрим, как с этой работой справится главный там тренер. Там не нужно на целый год. Там нужно всего лишь на 12 матчей. Это неправда. Это неправда. Не все тренеры, кто бы что ни говорил, они закладываются прицелом на весь год. И сейчас все-таки база и фундамент, который закладывался еще при Кучуке, получается. Да. Вот. И я хочу вот и просто предостерегать, да, сейчас «Локомотив», потому что, правда, очень хорошо идет. Я
не откажусь от своих слов. Локомотив правда хорош в первой части чемпионата, но окончательно выводы я смогу сделать только после зимней паузы. Ну что ж, посмотрим. Поддержу. Да, буквально Володя, два слова. Два слова прям это по поводу подготовки. Володя прав, потому что у нас получается зимний промежуток, он самый большой. То есть вот, пожалуйста, готовь, да. А летний у нас получался короткий. У нас, если нет чемпионата, да, ну сейчас будет Евро, да. Летний промежуток после Евро уже начинается чемпионат. Там готовить действительно некогда, пока не отдохнут и все. И ты что хотел добавить? Нет, я добавить хотел, что Володя прав. Времени да, вот именно в зимний период. Достаточно времени будет у всех команд. Да, в зимний период у тренера будет просто больше. Будет. Нет, дело даже не в том, что больше. Я к тому, что говорю, что полноценный сбор, я считаю, что полноценного Локомотива еще мы не увидели только по одной причине. Я жду зимний сбор. Когда он отправит своих ребят в зал со штатом, тангами приседать. Вот я посмотрю, каким Локомотив выйдет. Хотя я верю. После зала. Да, да, да. Но я хочу, точнее, не то, что я посмотрю, что я сомневаюсь в Локомотиве. Я хочу посмотреть, каким Локомотив предстанет после зимней паузы. Договорились. Ну что ж, переходим к следующему матчу, а именно Мордовия-Динамо. Уж сколько раз твердили миру, да? Ну, это примерно про Динамо. Примерно столько же мы говорим и в нашей программе об этой команде. Сергей, 1-1. Я не знаю, какими вы будете после окончания 30 туров, но, как мне кажется, Кобелев вот пока не дает результата с теми игроками, которые у него сейчас есть. Не может он настроить игру «Динамо». Играют вот... молодые. Вот, то есть играем как можем. Ну да, согласен. Ты мне просто объясни, ты сказал в начале, что «Динамо» уступает «Грандам». А ты считаешь «Динамо» не «Гранд» вообще, да? Ты кого считаешь «Грандом»? Нет, «Грандом» уступает своим, как сказать, соплеменникам. Понял, я понял. Да, «Динамо» — это ЦСКА, «Спартак», когда они вылетали в первую лигу, я считал все равно «Грандами», потому что это... Не-не-не, я именно сказал, уступает именно своим равнозначным Теперь по Кобелеву, значит, по Кобелеву я с тобой полностью соглашусь, потому что вот это ничья имени Кобелева. Угу. Потому что, кто смотрел матч, к 70-й минуте «Динамо» так подсело, особенно молодежь, они еле ползали, потому что там искусственный газон, погода тоже была, как у «Спартака», там снежочек шел, снег с дождем был. И ребята видно было. И он на пресс-конференции говорит, мне некем менять, потому что у меня в запасе одна молодежь. Ну, елки-палки, ну меняй ты эту молодежь на молодежь. Там и кадры сел, люди, которые играют, поиграли в сборной молодежки, и в юношеской сборной. Какой-то опыт есть, тем более ты их выпускал раньше-то. Ну, если... Потому что Гордеев, да, тренер Гордеев, да. Вот он обыграл Кобелева. Опять Кобелева обыгрывает тренер. Как Бердыевым было, Бердыев обыграл Кобелев. Здесь чисто тренерская игра. Он освежил, он видит, что действительно тяжелая игра, тяжелое поле. Он выпускает свежих игроков, и Мордовия начинает атаковать. «Динамо» 70-й так подсело, что начали отбиваться просто. Но надо все-таки отдать должное, у Гордеева материал немножко. Да. Ему есть на что опереться, потому что Мордовия есть опытнее игроки, скажем так, которые могут выйти на замену и цементировать что-то. Я даже матч у них сидело больше игроков на скамейке, чем у «Динамо». Не говоря о том, что, видишь, а у нас Денисов, сами понимаете сейчас, что творится. Кокорин, по моим данным, он говорит, что он вылечился, готов был сыграть с Мордой. Почему не полетел, тоже непонятно. Тоже какая-то темная ситуация. И получается у нас этот Погребняк, который видел, как играл, как он забивал, хотел забить, но не получалось у него. И поэтому с составом сейчас просто беда у «Динамо». Вот именно на молодых он должен вылезать, хотя он во всех интервью говорит Кобелев, что да, вот я хочу посмотреть молодежь, должна показать. Ну, а потом сам себе противоречит на конференции, говорит, я не выпустил, потому что у меня молодые. Странно. И он вообще, он человек такой, он очень тяжелый на замены. Он играл, когда был первый приход Кобелева, там такая же ситуация была, когда играли, сколько раз говорил, эти братья Камбаровы, которые выдыхались тоже к этой же 70-й, он их не менял. Не менял, пока они там вообще чуть не ползали по этому полю. Странный человек. Ну, поэтому это я считаю, что ничья имени Кобелева, потому что «Динамо» до 70-й минут владела преимуществом таким, что могла и забивать. Но если бы забил Погребняк второй гол, то, я думаю, довели бы до победы. Ну, здесь вот так получилось. Тоже два удара в створ ворот, один гол. Скажи, понятно, анализируя игру своей любимой команды, вот скажи, ты для себя находишь какие-то... Как решить эти вопросы, проблемы? А решить, Олег, ну, я не знаю, как будет зимой. Только закачкой денег, скажем так. Перспективы, конечно, такие, туманные и не очень, сказать так, радужные. Потому что зимой, скорее всего, несколько человек уйдут.
Ну, Денисов 100%, наверное, уйдет, потому что раз такой конфликт. Там Ионов, второй, говорят. Да. Ионов с ЦСКА якобы под вопросом там, и Жирков с Кокорием якобы могут остаться, если согласятся на зарплату. И то есть Динамо получается вообще, не знаю, молодежный состав, там, если Погребняк только один нападение будет участвовать. То есть тяжело. И если как руководство не прикупит кого-нибудь, то вот в этой игре показано было, мы проиграли среднюю линию. Это хорошо, что вот так сложилась игра, то есть середина... Ну, не для этого матча, не для этой команды, не для премьер-лиги даже, это середина. Жиркова опять поставили в центр с этим Сосниным. Два крайних полузащитника играли в центре. Ну, нет такого ощущения, Сережа, что вот доберемся до перерыва, и за зиму что-нибудь наладится, что-нибудь Кирилл, поправится. Знаешь, я надеялся. Доковылять, как раненый боец. Каждый Новый год такое происходит. Месяц назад я надеялся. Нет, я надеялся, понимаешь. Мне очень обидно, конечно, вот Динамо как-то скачкообразно так играет последние годы, вот как только хороший состав подберется, вспомним, при Силкине, да, все восхищались, красивая игра, потом пошла, вот пришел Стас Божий. Черчесов, да, ну при Черчесове даже, команда поднималась, потом опять начались какие-то конфликты вот с Денисовым, Денисов как бомба замедленного действия, его специально, видно, подкидывают. Специально его Зенит отдал, да. И он на путешествии. Уже второго тренера. Нет больше Анжи Динамо. Обидно, ну, почти больше очень нет Динамо. Обидно за команду. Олег. Ну, посмотрим. Действительно, я знаю, многие команды, да, хотели бы дотянуть до вот этой зимней паузы, чтобы кто-то укрепиться, кто-то, как говорится, не знаю, свои доспехи поправить, латы. Ну, такой стадион тонкий достроить. Намек, да, на то, что мы переходим к обсуждению матча «Спартак-Краснодар». Напоминаем вам счет этого матча. Действительно, по ходу матча Краснодар забил первым, но Спартак нашел в себе силы, учитывая, какая погода вчера была. Да, и снег такой приличный был во время этого матча, но Спартак справился. Действительно, Владимир уже говорил о том, что поставили перед Оленичевым задачу, или ультиматум даже не задача, а ультиматум, да, что если не возьмет 9 очков, то, скорее всего, в зимний перерыв он уже не будет. Да. Но, Кирилл, на твой взгляд, есть в этом какая-то рациональная штука, зерно рациональное? На мой взгляд, у меня такое ощущение, что совет директоров «Спартака» проводится где-то на центральной площади города, и каждый, кто ходит, смотрит, и прям знают все, что было сказано совет директоров. Хотя это такое закрытое мероприятие, абсолютно совершенно. Но все знают, что записано в контракте у Широкого по пунктам и в доп. Соглашениях. Все знают, что сказали. Вот найти бы этого человека, вот, который все это сливает. Вот это очень интересно. Это такое, да, лирическое отступление. Агент. Бесит это все. Не знаю, может, это от «Спартака» идет. Все. Понимаешь, это рабочая ситуация, как вот в Широком, да, ну, спорят команды и игрок о контракте. Что тут такого особенного? Ну, да. Почему-то все знают, как это в «Спартаке» подробно происходит. В других командах это никто не знает. Ну, не, у нас тоже происходит. Да? Так мне кажется, да. Как раз это и есть проблема «Спартака». Вот, к сожалению, мне кажется, последние проблемы «Спартака» последних лет, они лежат в плоскости кабинетов, а не на футбольном поле. Точнее, то, что происходит в кабинетах, выплескивается потом на футбольное поле. Потому что я, допустим, знаю... Что было на совете директоров? Откуда? Ну, потому что я знаю от людей, которые очень близко общаются с некоторыми футболистами «Спартака», я знаю, что там чуть ли не агент Митрюшкина приходит и говорит Оленичеву, и спрашивает у Оленичева, почему Митрюшкин не играет. Поэтому, когда каждый может вот так прийти к главному тренеру и спросить, почему тот или иной человек не играет, это, естественно, ну какая атмосфера еще будет? Дайте Оленичеву поработать. Да, это мы уже слышали. Вот, к сожалению, ну вот я считаю так. И, конечно, и вот кабинетная вот эта вот война закулисная, которая там продолжается, я не знаю, что там идет. Вот, но она находит, да, что самое удивительное, да. Кто бы распределил бы какие-нибудь средства? Конечно. Такая «Спартак» сейчас выступает такой народной командой, то есть он команда для всех народная, и все хотят с этой командой народной что-то кусочек себе, да, отщипнуть. Поэтому мне кажется, что вот проблема «Спартака» в кабинетах, а не на футбольном поле. Кирилл, к тебе вопрос. Вот смотри, да, перед прошлым туром была такая ситуация, да, Глушаков, Камбаровы. Сейчас ситуация с Широковым. А я на минуточку напомню, что Широков капитан сборной команды России,
да? Человек не самый последний в футболе. Возраст. Твое отношение к этой ситуации, это мешает команде? Это нет, мешает тренеру? Нет, ситуация с Глушаковым и Скомбаровым совершенно точно это правильно. Людей вывели из зоны комфорта, угу. И, собственно, они дали результат. Последние игры, да. Глушаков. Ну, можно, конечно, сказать, что его перевели поближе к атаке, угу. Где он смог реализоваться вместо зоны, Широкого, конечно. Но все равно было видно, что команда вздрюченная в хорошем смысле. Просто люди привыкли, что у них все хорошо, все ровненько, денежки капают. Нет, ребята, вы тоже можете уйти. То есть, когда выводят людей из зоны комфорта, начинается такая отдача. Вот таков менталитет игроков, профессионалов. Да? Ну, возможно, так вот так оно и есть. А если говорить по матчу, ну, во-первых, не хочешь сказать, что ты сказал, что был плохой погода, но поляна держала, поляна была великолепная в отличном. И то, что ты говоришь, что все хотят доковылять до финиша, вот как раз Ростов не из этой когорты команд, которая мечтает о перерыве, потому что она раскатилась. Она раскатилась, идет хорошо. И, разумеется, все спартакские болельщики ждали с большим напряжением этого матча. Угу. И с большой боязнью, что, собственно, первый гол Краснодар и подтвердил, что легко нам не будет. Но два замечательных удара Глушакова, ну, Глушаков промис, Глушаков, так помню, да, у нас складывалось все. Да. Сколько не реализовал наш чернокожий нападающий. Да. Желуешь. То есть Спартак полностью доминировал, на мой взгляд, в этом матче. И слова тренера Краснодара о том, чтобы игра была равной после матча, меня как минимум удивили. Потому что тренер, он такой, в общем-то, адекватный, я считаю, и может нормально оценивать ситуацию. Но «Спартак» выиграл абсолютно четко. То, что была нервотрепка в конце, это неизбежно. Ну, это, ребят, неизбежно. «Спартака» мы к этому привыкли, даже не особо я нервничал, не особо переживал. Просто так сидел, думал и считал минуты, когда они закончатся. Добавили 4 минуты, но сыграли 95. Я могу себе представить, как длились эти минуты. Сыграли 95. Также длятся и минуты ожидания нашего телезрителя, который уже готов выйти в прямой эфир. Добрый вечер. Еще раз, Юрий Сергеевич. Да. Кирилл, я, конечно, не знаю никаких там разговоров в кабинетах, но мне понравился вчерашний «Спартак». Без Широкого. Он играл. Я хотел бы, чтобы он играл еще бы, хотя бы так, но еще лучше даже. Единственное, смотря этот матч, я все время думал, какой же момент еще нужен Зелуишу, чтобы он наконец попал в створ ворот. Хотя бы даже в пустые. Уже и вратарь где-то там сбоку непонятно. И все равно он умудряется бить мимо ворот. Если бы он еще попадал, то было бы еще лучше, одним словом. Если бы он еще попадал, он играл бы в мадридском Реале, а не в Спартаке. Да, у него три. Выход один на один вспоминается. Потом тоже он бил в упор практически. Да. Три стопроцентных момента у человека было. Да. Так что спасибо за игру, хорошо играл. Мне пожалуйста, всегда пожалуйста. Для болельщика ЦСКА всегда пожалуйста. Действительно. Хорошо играл «Спартак». Почему не говорите, Юрий Сергеевич, что Краснодар играл не так ярко, как с ЦСКА? Да вот так. Вот вы как заговорили, Евгений. Значит, как с ЦСКА команда Краснодар играла ярко. А со «Спартаком» она, значит, проиграла, потому что не ярко. Нет, она не так играла, как с ЦСКА играла. Каждый играет, как дает ему сыграть соперник. Да. Ты все время говоришь. Спасибо, что я вам открыл. 6 лет «Динамо» играла только против ЦСКА сильно. Вот. Теперь Краснодар начал. Совершенно верно. Все передачи ты проходишь. Весь мозг мне проел. Слушай, с вашим «Динамо» все понятно. Уже даже Василис, по-моему, не увидит чемпионство «Динамо». Василис увидит чемпионство. Не увидит. С таким подходом. Хорошо. Что еще мне хотелось бы сказать немножко про «Спартак». Все прекрасно знают, что я обожаю, когда «Спартак» да. Я обожаю, когда «Спартак» находится в прекрасной физической форме, потому что от этой команды всегда ждешь какой-то вот легкости, какого-то порой бесшабашности, может быть, да, но всегда приятно смотреть на такую команду, которую, ну, даст бог, Оленичев и построит по итогам своей работы в «Спартаке». Коль давайте скоро, посмотрим. Я чуть-чуть немножечко добавлю. Коль скоро, вот, ну да, действительно такая информация просочилась. Я думаю, она верна, что действительно велели человеку взять 9 очков, но не 9 или 7. Да. Оленичев сыграл абсолютно нетрусливо, как казалось бы, да? Потому что этот матч решал для него многое. После матча интервью было видно, что он такой был очень взбодренный, что человек был на нервах, хотя он обычно очень хорошо это все скрывает. Следующий матч, на мой взгляд, будет гораздо сложнее для «Спартака». Этот матч с «Рубином», который будет. В Казани. Да. Он будет сложнее для «Спартака», чем матч с «Краснодаром». Ответь мне прямо и откровенно. Широков нужен «Спартаку»?
Я затрудняюсь сказать. Без него сыграли хорошо. Глушаков, заняв его место, забил два мяча. В опорниках стояли у нас Зотов, Ромов, да, которые выполняли. Хороший игрок Широков, кто бы сомневался. Но, видимо, он может играть в Краснодаре, в «Зените», но не в «Спартаке». Ну что ж, принято, принято. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая нарисовалась после 16-го тура. Итак, ЦСКА лидер, вне всяких сомнений. Ростов самая неожиданная команда. И у нас 1-1. Есть... Ну, 1-1, да, матч закончился. Закончился? Нет. Да, закончился матч 1-1. Да, закончился матч, только что поступила доволен информация. Доволен, поди. 5 очков. Сияет. Спокойно, друзья мои, посмотрим турнирную таблицу. Локомотив потерял, да, ну, естественно, потерял очки, отстает на те же 6 очков от ЦСКА. Зенит на 3 очка приблизился к лидеру. Спартак сделал то же самое, но очковый отрыв еще до сих пор 10 единиц. Краснодар 24, Терек 24 и Урал 22. Вот такая у нас восьмерка, первая восьмерка турнирной таблицы. Ну и команды, которые занимают в турнирной таблице вторую ее половину. Да, Анжи на последнем месте, Мордовия, Уфа, Кубань, Амкар, Крылья Советов, Динамо и Рубин. Честно говоря, пока нет какого-то информационного повода, чтобы говорить, да, о командах второй восьмерки, ну, с каким-то больше, слушай, больше а времени Анжи на это две победы. Потратить. Над Локомотивом, да, и над... Они Спартак обыграли, да, по-моему? Да. Да, две, да, победы над Локомотивом, Спартаком. Ну, видишь, как выезды. Да, а? Стреляют. Обе на выезде. Ага. Да. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Алло. Да. Добрый вечер. Еще раз, Сергей, болельщик ЦСКА. Слушая разговоры о Спартаке, но не мог я не позвонить. Вот просто открою небольшую тайну. Чем отличается ЦСКА от Спартака? У нас Евгений Ленорович Генов никогда не ставит никакие промежуточные задачи. Задача у нас ставится в начале сезона, и не имеет значения, каким образом мы ее выполняем, сколько мы очков берем в первых трех матчах, сколько в последних трех матчах. Результат считается после 30 игр. Пока в «Спартаке» будут ставить задачи выиграть 3 игры, конкретному тренеру ничего не будет. По этому поводу очень хорошо сказал Миша Барзыкин в блоге «Советского спорта». «Спартак» находится... в таком положении, что это похоже на ад, если считать адом повторение трагедии, которая повторяется из года в год. Это восхождение, спад, нестабильность, развал. Вот понимаете, каждый год мы смотрим на это, я подписываюсь под этими вещами. И вот еще раз повторю, пока ставятся задачи взять 9 очков, 7 там или сколько-то на конкретном этапе, даже не рассчитывайте на какие-то положительные итоги. Спасибо. Спасибо, что выслушали. Спасибо. Спасибо большое. Но если честно, я даже сейчас вспомнил бы, оппонировать... и Карпину тоже такие же условия ну, ставили. Ну, я бы немножко, конечно, поспорил. Я понимаю, к чему вел Сергей, да, но мы можем Гинеру вспомнить и, хотел сказать, Жоржа Зежуса, этого. И Рамоса можем вспомнить, и Зика можем вспомнить, и вспомнить Паула... Забыл. Между Газаевыми. Между двумя приходами Газаева, да, Артур Жорж, господи, вспомнить, да, там тоже оценивалось не по какому-то отрезку, а просто у Гинера есть вот это, что ли, чутье, когда надо вовремя расстаться с человеком полюбовно, это да. И то, что в ЦСКА, конечно, дела делают стиш, мы ни разу не слышали ни о каком-то скандале внутри команды, хотя, конечно, я уверен, они там есть, потому что, ну, не может... коллектив из 20 амбициозных мужиков, они там не могут друг с другом там дружить и дорогу друг к другу не переходить, да, мы это все понимаем. Просто в ЦСКА это умеют решать внутри, не оглашая решение совета директоров, о нем не знает вся страна еще до того, да, до того, когда они закончили. И просто тут, ну, и Гинера тоже не надо так превозносить. Конечно, он для ЦСКА многое сделал, многое значит. В «Спартаке» тоже не дураки сидят. Просто, да, есть какие-то проблемы. И дело тут просто не в том, что Оленичеву сейчас поставили задачу взять 3 очка. Дело же не в этом. А у Оленичева не эта задача. Дело в том, что каждый в «Спартаке» решает свою задачу. Там не объединенное общим делом, как мне кажется. Изначально приходящий в «Спартак» есть задача. Сделать команду чемпионом. Я не прав, Кирилл? Ну, это, правильно. По-моему, потом, когда... болельщики ЦСКА и «Зенита» такие темы создают.
А то есть болельщики Спартака не говорят. А болельщики Спартака не говорят. Нет, давно уже. Они обязательно тролль, либо Кони, либо Зенит. Когда Спартак станет чемпионом? Так когда Спартак станет чемпионом? Ты кто? После Динамо или Зенит? Хорошо, переходим к нашей следующей теме. Буквально во вторник и в среду состоятся матчи Лиги Чемпионов. Для одной команды это будет определяющая игра, а для Зенита, наверное, это будет такая возможность, да, возможность пойти на рекорд. Итак, Зенит во вторник встречается с испанской Валенсией, ну а ЦСКА дома, так же как и Зенит, будет встречаться с немецким Вольфсбургом. Итак, Жень, если помнишь, в начале передачи я тебе говорил, что ЦСКА потерпит 4 поражения подряд. Разряди в него чем-нибудь. Итак, ты на чем основываешь? Пускай, ну хватит уже проигрывать. А подожди, нет, а на чем ты основываешь свою позицию, да, в четыре, в четвертое поражение? Да. Заявил ты обосновывай. Ждем. Хорошо. Да. Ждем. Вольфсбург более лучшая команда, чем ЦСКА. Ты правда так считаешь? Конечно. Да. А что даже они после матча в Германии? Они 6 мячей забили, да? Да, последний. В Германии в последнем сезоне. Ну, 6 мячей забили. Да. Так, и ребят, мы забили 6 мячей, проигрывая 0-3 после первого тайма. Не надо. Мордовия. Мордовия. Они кому? Баварии забили 6 мячей? Неважно. Ну вот, это очень важный момент. Общий уровень чемпионата Германии гораздо выше. Слушайте, можно очень много говорить долго про общий уровень чемпионата Германии. Он, безусловно, выше. Антураж там лучше. Но, ребят, давайте вспомним матч в Германии. Я не знаю, самый отвратительный матч ЦСКА в этом сезоне, это был матч в Вольфсбурге. Согласен. Играли очень трусливо, играли безобразно, это признал Слуцкий. Если с Манчестер Юнайтед еще понятно, что это была просто трусливая игра, в принципе. Вот, она без претензий, в принципе, на игру была. То в Вольфсбурге просто непонятно, почему так сыграли. И я уверен, что если ЦСКА выдаст матч высокого уровня, даже не нужно выпрыгивать из штанов, из шорт, из футболок, чтобы обыграть Вольфсбург дома. Как с ПСВ, допустим. Да, конечно, конечно, ЦСКА может проиграть, но это уже из теории математики. Нет, но это математическая вероятность. Просто. Просто потому, что игра на 3 результата. Это для вас математическая вероятность. Но для меня это аналитическая работа. Я официально заявляю, что я уверен, что ЦСКА не проиграет. И 60-40, что ЦСКА этот матч выиграет. Хорошо. Для будущего монтажа следующей программы 44-я минута программы «Все грани мяча». Как там говорят, попрошу занести в протокол. Да, совершенно верно. В следующей программе мы обязательно это вставим, чтобы понять, кто из нас был прав. «Зенита» все понятно. Да, команда уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Единственный вариант – это побить рекорд «Спартака». Как 90... Как побить-то можно? Повторить можно? Ну, не заговаривайтесь, господин ведущий. Согласен. Тут, да, спасибо за... Олег, плюс очки еще. Ну, естественно, очки. Да, согласен. Да, год уже, даже сами болельщики «Спартака» уже не вспомнят, когда этот рекорд устанавливался. Ну, идешь шестой. А? Возможно, да. Последнее чемпионство «Спартака». Итак, Лига Европы. Напоминаю нашим телезрителям, какие матчи состоятся. Все матчи и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы пройдут в России. То есть наши команды принимают соперников на своем поле. Рубин встречается со швейцарским Сионом. А никто, ни одна команда не потеряла. Локомотив со Спортингом. Вот эта игра будет очень, на мой взгляд, интересная. Побеждает Локомотив, и он в плей-офф. Побеждает Рубин, и шансы еще увеличатся. Ну и Краснодар-Боруссия тоже один из самых интересных матчей, да, потому что и Спортинг, и Боруссия являются лидерами. Вот Краснодар, кстати, лидерами своих отличный футбол показал тогда в Германии. Да, помним матч? Да, великолепный футбол произвел. И случайно, знаете, что пропустили второй мяч на последних минутах. Что приятно, что появляется центр за пределами Москвы и Петербурга, куда люди ездят посмотреть на футбол из других городов, потому что в группе любителей ЦСКА в одной социальной сети было объявление, что для поездки в Краснодар, в общем, туры организовываются, и люди едут из Москвы смотреть футбол в Краснодаре. То есть это очень приятно, и скоро там построят стадион. В общем, я очень рад, что Краснодару попалась такая группа, такой соперник, да, и в четверг будет что посмотреть. Ну что ж,
ж, отлично. Давайте сегодня не будем прогнозировать какие-то свои, делать ставки, да, на победу. Очень хочется, чтобы именно в этом туре, потому что он реально является какой-то степени определяющим, да, чтобы наши команды смогли набрать не только очки для своей команды, но и для России в еврозачет абсолютно точно. Ну, а про ЦСКА я уже, в общем-то, все сказал. Будем надеяться, остальные команды не подкачают. Ну и последнее. Что нас ждет в следующей программе и всех болельщиков в выходные? Это 17-й тур, как я уже говорил, предпоследний тур. Ну и какой матч, наверное, можно выделить центральным? Это, естественно, Динамо-Локомотив. Краснодар-Ростов, нет? Так, да. Ну, Краснодар-Ростов тоже в какой-то степени, да. Будут встречаться команды, которые занимают второе там и шестое место, да. Но сам факт. ЦСКА играет с Анжи, победителем над Локомотивом в последнем туре, и команда, которая занимает последнее место в нашем чемпионате. Ну и Динамо. Куда мы без Динамо? Естественно, Динамо будет реабилитироваться, да, за свою игру. А уж Локомотив, как это будет делать? Даже Локомотив трудно, пусть реабилитируется. Да, даже трудно описать. Ну что ж, друзья мои, вот такой получилась у нас футбольная неделя. Как всегда, спасибо, что все это время были вместе с нами. Болеем за своих. Всего доброго. До свидания. До встречи. Счастливо. Пока.